Боевые действия на Украине наложили отпечаток и на детей. Киевские боевики и радикалы поддерживают игры в войну. Чтобы им приятно было дивиться на нас, мы решили построить им, как вам сказать. Захотелось построить и все. Балаклавы нам военные ставали, давали. Привезли много штук было. Каски из правого сектора привезли. Это кадры из деревни под городом Гуляйполе в Запорожской области. Такие же игры и в окрестностях Мелитополя. После резкого увеличения расходов на армию у силовиков, видимо, появились излишки оборудования. С их подачи дети смогли укрыть свой блиндаж настоящей маскировочной сетью.